Вот, можете посмотреть. Вот это вот правильная толщина помидора для щука. А на камеру можешь показать? Да. Правильно. Примерно вот так вот. Вот тут пара миллиметров. Идеально, когда вот так. Да. Я читал, что это таджикский. А чичук? Нет. Плов. Он позволяет именно прижиматься максимально плотно к луковице и застрадивать его так, да. Что еще в чичук добавить? В чичук мы добавим райкон. И будет классический чичук. И будет классический чичук. Да. А кроме зиры, которую вначале добавляли еще? Что? Зиры, которую вначале добавляли. Мы сейчас добавили еще раз зиру на рис. Классический процесс. Ой, подожди. Нет, это все еще подача. А масло туда ничего не добавляется? Просто как овощ? Не бальзамический крем, ничего. Моцарелла. Просто? Трюфельный соус. Просто соль. Соль, да. Соль, помидоры, лук. Раз просто один раз получается лишнее, вы можете покучнее, по струде вот сейчас сядете.